это ток-шоу «Черный лебедь». Шоу, в котором взлетают мысли, потому что если не будут взлетать мысли, будут взлетать черные лебеди. Насилие, катастроф, смерти, неожиданности и других вещей, которые надо избегать. Ну что, снимаем темные розовые очки, внимательно всматриваемся в военно-политическую и военно-оперативную реальность и идем работать. Представлю сегодняшних гостей. Кто-то новый, кто-то постоянный. Начну с верных, преданных. Трижды генеральный прокурор Украины Святослав Михайлович Пискун, экс-министр социальной политики Украины и политик Андрей Алексеевич Чрева. В первый раз. Спасибо, Андрей Алексеевич, за то, что пришли и обновим наш контент, нашу дискуссию. Андрей Васильевич Ермолаев, экс-директор Национального института стратегических исследований и полковник, военный контрразведчик СБУ, военный эксперт Олег Иванович Стариков. Ну что, подведем итоги завершающейся недели. Очень много событий. Ну давайте по порядку начнем. Так, есть очень актуальные события, с них и начнем. Но прежде чем, я хочу обозначить нам рамку сегодняшней дискуссии. 7-9 прошли, Крымский мост стоит пока цел. Вопрос, что изменится в военно-политической и военно-оперативной ситуации на линии фронта? Что изменится в войне России против Украины? Какие будут приняты решения? Так, вот была встреча. Да, Олег Иванович, Путина с некоторыми командирами, которые были вызваны, да, в Москву, именно те, которые руководят бригадами, воинскими соединениями на поле боя. И в связи с этим меня интересует, или нас интересует всех, что сейчас происходит на Харьковском направлении. Так, с утра началось какое-то наступление. В чем его смысл? Оперативный, тактический смысл. Так, вроде бы на 1 километр они уже продвинулись в глубину. Вот. Или это маневр хитроумный, или это действительно попытка вот с севера идти направление. Но, в общем, дальше я не буду. Вы, наверное, вот начнете с этого, и затем мы продискутируем на эту тему. Следующий момент. Что поменяется в нашей стратегии, или должно поменяться? Потому что, понятно, должны быть какие-то ответные шаги, какие-то ответные меры. Вчера президент Зеленский заявил о том, что дайте нам больше оружия, обращаясь к председателю Европейского парламента. Мы остановим российские войска. Остановим. Что дальше? Какие дальше будут действия? Как дальше действовать? Готовить наступление на 25-й год. За счет чего? И вот здесь мы вступаем еще в один такой, наверное, критический момент, связанный с тем, что многие военные с линии фронта заявляет о том, что ситуация становится достаточно угрожающей на линии фронта. И спасти может только всеобщая тотальная мобилизация. Ну, в общем-то, закон о мобилизации, так назовем, он вступает в действие 18 мая. Но у меня тоже вопрос к нашей студии, к нашим экспертам. Может ли сегодня, или должны ли мы действовать сегодня в логике тотальных массовых войн, которые были характерны для милитарного цикла, начиная с 1792 года, когда начались наполеоновские войны, и закончились в 1945 году Второй мировой войной и поражением нацистской Германии. Можем ли мы себе позволить идти на всеобщую тотальную мобилизацию и ресурсов, и людей, и воевать в стиле того милитарного цикла, который называется «Время абсолютных, тотальных, массовых, народных и тому подобное войн». Если нет, то что делать? Какой должен быть ответ? Что нам сегодня предпринимать и как нам выстроить стратегию, по крайней мере, на летнюю военную кампанию 2024 года, ну и, наверное, осень. Третий момент интересует. Какова стратегия Запада?
по отношению к войне в Украине. Много противоречивых заявлений, много противоречивых статей выходит западных экспертов и политиков тоже. Но здесь главное, что Запад будет предпринимать в ответ на ядерный шантаж, ядерный блеф Российской Федерации. Учения по проверке тактического ядерного оружия в Беларуси и в Южном военном округе в России, они уже фактически начались. Что дальше будет предпринимать Запад в ответ на это? Помимо того, чтобы поставлять оружие в Украине, и то в ограниченном количестве. Что дальше? Я вспоминаю в этом смысле, в этом контексте, переписку Сталина и Черчилля, когда Сталин, комментируя заявление Черчилля, написал Молотову: Британия держит курс на поражение СССР. Я хочу спросить, поставить вопрос и себе, и нам, и вам. Какой курс в отношении России сегодня у Запада? Курс на поражение России? Нет такого ощущения. Тогда на что? На переговоры? Какие? Когда? При каких условиях? Когда нуждается для этого помощь Украине? Ну вот примерно такой перечень ключевых вопросов для обсуждения. Олег Иванович, ну начнем с вас. Давайте начнем из Харькова, так, а затем уже перейдем к тому, как вы видите, какие будут изменения, или будут они, какие, когда, как. Изменения в подходах старого-нового руководства Российской Федерации, в том числе, наверное, и военного руководства. Так, наверное, будут сменены генералы. Министр обороны Шойгу останется, наверное, генералы какие-то будут новые выдвинуты на позиции заместителей Шойгу. Что изменится? Короче, в войне, какой ваш прогноз? А я присяду. Если брать ситуацию по Харькову, что я вижу? Первое. Это создание буферной зоны. Цель данной операции. Значит, к этой операции противник готовился уже давно. Где-то за три месяца, когда начал сконцентрировал свою группировку на Купинском направлении, и после того, как не получилось у него взять Синьковку, месяцев 6 или 8, одну деревню не мог взять, они приостановили наступление, начали проводить бои местного значения, а после этого накапливать группировку на Купинске. В том числе и мобилизационные, оперативные и стратегические резервы. Я неоднократно на вашей передаче об этом говорил. Почему? Было очень интересно, почему везде воюют, в принципе, на все линии фронта воюют, линии боевого соприкосновения, а на Купинском нет. Значит, что-то как бы, готовится какая-то цель. Второе. После того, как два месяца назад была создана, переформатирована, группировки переформатированы, из 6 создали 5, в том числе на южном фланге из 2 группировок создали 1, сейчас в принципе 5, и плюс северную группировку «Север», ее возглавил генерал-полковник Лапин, всем нам известный. Значит, которая у него основная сейчас должность, после этого его назначили на командующего Ленинградского военного округа. А потом его перекинули вот на группировку войск «Север». Значит, я опять же на вашей передаче говорил, что тем количеством личного состава, которое есть, там по разным оценкам от 30 до 50 тысяч, взять город-миллионник, это в принципе невозможно, это глупость. Ну, об этом... То есть это речь не идет о наступлении на Харьков. Вот, еще раз, да, вот это принципиальный вопрос. Да. Значит, да. Само по себе, когда-то, если что, карта здесь. Да, когда-то адмирала Нельсона спросили, можешь ты брать форт Ленинград? Это командир корабля, если решил взять форт, который находится на берегу, значит, это не очень умный командир, а глупый командир. Но это сделать невозможно. Так же самое во всех военных училищах, военных академиях учат, что взять города, это хорошо. Бессолку. Значит, если наступления на Харьков нет, это не наступление на Харьков, что это за наступление? Я сказал, создание буферной зоны. Да. Теперь, что реально происходит? Сейчас я буквально процитирую, только что Зеленский заявил. Подтвердил наступление армии РФ на севере Харьковской области. Цитирую. ВСУ ждали этого и сдерживают россиян. Но отметил, что пока неизвестно, какие резервы готова Российская Федерация бросить в бой.
заявлению. Так вот, само по себе группировка «Север» состоит из двух составляющих. 41-я армия, которую сейчас только создать. Для того, чтобы создать, надо это все формируется в Ленинградском военном округе. Новое оперативное соединение, это командование, штаб, боевое слаживание. Очень, само по себе, если говорить, что оно боеготово, это сказать, льстить. Если будут льстить себе российские военачальники. Реально это часть ограниченная, армия ограниченная боеготова. Но там есть еще 6-я армия, это уже воевала. Но они подвели вот эти два соединения на север, и там сосредоточили еще 3 полка и 3 спецзагона. 3 полка, это 2 полка «Ахмат» и 1 мотострелковый полк. А 2 загона, ну 3 отряда, это отряды спецназа. Это очень серьезно. Так вот, по себе это где-то 5000 человек. Реально, что сейчас происходит? «Ахмат» это Росгвардия или нет? Нет, это уже вооруженные силы. Это уже вооруженные силы. Так вот, что сейчас происходит? Сейчас не наступление, сейчас идет разведка боя. На ранней стадии была так называемая зачистка переднего края. Удар по Харьковской телевышке, опять же, который передавал «Единые новини», естественно. Потом до этого по Лозовой били, ударили так же само по телевышке. Потом были удары по Харьковской, в Харькове по промышленной зоне, по там завод Малышев, ну по Московскому проспекту, там промышленная зона, поэтому вот были удары. Сейчас я вижу, будет три наступления, то есть три наступления, первое. И они начнутся с 23 декады этого месяца. Значит, сейчас будет, то есть, главный удар, второстепенный удар и ложный удар. А главный удар в каком направлении? А вот я скажу, вот три, просто по логике военного искусства должно быть второстепенный, главный. Вот, в принципе, я так анализирую. Главный удар, по всей видимости, будет идти на Великий Бурлук. Вот видите, вот на карте Великий Бурлук. То есть будет отрезаться создание буферной зоны востока Харьковской области. Значит, второстепенный удар на Липцы, что сейчас они делают. Вот они сейчас на Липцы идут. Вот на Липцы там 3 или 4 деревни, я уж, сейчас это не имеет особого значения. А отвлекающий удар, по всей видимости, будет на Сумы. На Сумы выделена самая, ну так, группировки, что там стоят, на Сумы выделена, то есть стоит группировка, там нет, там Ахмат, один из полков стоит, это Ахмат. Ну, они... Сумы потом перерезать трассу Киев-Харьков. Да, это Сумы для того, чтобы для того, чтобы нашу группировку резервы не могли перетащить. Изолировать. Театр военных действий. Да. А само по себе пойдет, конечно, вот отрезание, попытка отрезания востока Харьковской области. Но и тут же с востока и Купянск, о чем я и говорил. Поэтому сама по себе будет логика действий противника, ну так она рассматривается. Те пойдут с севера на восток, а скупинские пойдут с востока на запад и будут пытаться соединиться и отрезать данную территорию. Хорошо, это на этой. То есть не заходя в Харьков? В Харьков нет. А зачем? Территория Харькова. Почему? Об этом было очень сказано, правильно сказано представителем Главного управления разведки Скибинским. Он сказал... области, территорию Харьковской или Сумской областей. Он про города не говорил, он сказал совершенно верно. Да. Критическая фаза войны наступит в ближайшие 2 месяца, заявил The Economist, командующий сухопутными войсками Павлюк. По его словам, почему? Потому что уже в середине лета может быть уже поставка F-16 и так далее. Значит, что мы имеем? Пока на харьковском направлении вот это. Это так? Сейчас идет разведка боя, а самое основное будет в 3-й декаде. Ага. Именно основные силы, основную группировку будут вводить для того, чтобы перед тем, как пойдут наступления, будет и соответствующие артиллерийские удары. И последний в этом тезисе. Вчера и позавчера наносили удары по Дергачам. А Дергачи это там аэропорт.
пригород Харькова. А раз аэропорт для того, чтобы мы не смогли, во-первых, использовать. Да, военный для того, чтобы не могли использовать аэропорт для переброски соответствующих оперативных или стратегических резервов. Естественно, в небольшом количестве, но перебросить. Знают ли об этом то, что я сказал, генеральный штаб? Конечно, знают. Значит, знает ли о том, что реально противник делает? Знает. Почему? Потому что 2 недели назад или 1.5 недели назад, когда пришли офицеры в Министерство обороны, и их сразу же дали команду, погрузили в автобус, и они поехали на контроль территории Северного укрепрайона. Я об этом говорил еще в прошлый раз. Хорошо. Поэтому это вот так называемые разведпризнаки, о которых генштаб наш знает, выставил ли он там соответствующую засады, войска, спецназ. Да, естественно, все выставил. Хорошо. Значит, первый вопрос. Это начало того наступления вооруженных сил Российской Федерации, о котором все говорили, предупреждали, или это еще не все? Разведка боем хорошо, наступление на Харьковском направлении понятно, а это может быть признаком вот этого наступления, которого все ждут, о котором все говорят? Вот такой вопрос. Второй момент. Какой вообще замысел? Ну все прошло, 7-е, 9-е прошло. Инаугурация, День Победы, новая власть, обновленное руководство. Что дальше будет предпринимать Россия? Какой у нее замысел на лето, по крайней мере, или на лето, на осень этого года? Для чего? Для того, чтобы мы тоже понимали, для себя, по крайней мере, понимали, для наших зрителей, какие могут быть наши ответные шаги, и которые должны обеспечить нам успех. Андрей Алексеевич Рева, вам слово, пожалуйста. Но не только по этому вопросу, по всем. Я разумею, я не є таким гарним воєнним спеціалістом, яким є пан Олег, але я звертаю увагу, що вони дійсно декілька місяців намагалися прорватися на Куп'янському напрямку, буквально декілька тижнів тому Кислівку вони таки там взяли. Абсолютно несподівано, хоча теж всі чекали, що на під Куп'янськом щось готується, от вони все це село взяли. Про те, як формувалося угруповання під Харковом, я думаю, теж всі бачили. Але потрібно пам'ятати, коли це почалося. Це почалося після дій розвідувально-диверсійних груп в Білгородській області. І коли там було наведено багато шороху, і, власне кажучи, це... Ну, з нашого боку, да? З нашого боку, да. І там, в принципі, були дуже неприємні для Путіна перед виборами історії, коли населення там бігало і так далі. Стало питання, що робити, щоб запобігти майбутнім таким неприємностям. І от я так розумію, що вони почали це угруповання робити, і потім Путін публічно заявив, що вони будуть створювати санітарний кордон вздовж російсько-українського кордону, для того, щоб запобігти подібним входам. І я думаю, що це якраз частина цієї стратегії, яка матиме на меті створення цього самого санітарного кордону. Це перша задача. І задача номер два, абсолютно пан Олег правий, все-таки вони не залишають планів захоплення Куп'янська. Куп'янськ дуже важливий залізничний вузол. І таким чином забезпечення, скажімо, постачання цьому угрупованню, яке буде знаходитись на Харківському напрямку, тому що вони не відмовляються в кінцевому підсумку від ідеї захоплення всієї Харківської області, включаючи місто Харків. Поки що в них сил для цього немає. Тому вони створюють передумови для такого наступу. Що буде основним, а що буде допоміжним напрямком? Основним напрямком буде той, де вони досягнуть успіху. Я просто знову ж таки приклад хочу привести, коли в 42-му році почався наступ під Сталінградом, він розглядався радянським командуванням як допоміжний. Основний удар наносили війська Західного фронту, до речі, там 10 армій під командуванням Жукова безпосередньо наступали. Але вони прорвати фронт не змогли, а от під Сталінградом все вийшло. Прекрасно, Донський і Сталінградський фронти оточили 6-ту армію. І після воєнної історії сказали, що основний удар був під Сталінградом, а в центрі вони, значить, сковували німецькі війська. Хоча, як правило, допоміжний удар наноситься спочатку, а потім основний. Вони навпаки. А тут вийшло... Трошки не понадобилось. За это и критиковали командование, что оно как бы ошиблось в направлении так. Удара. А на самом деле то... Якби им зараз вдалося, наприклад, умовно кажучи, прорвати оборону, от разведка боем дала успех, так як це було, наприклад, під час нашого контрнаступу під Харковом, туди би зразу були б кинуті
в прорив війська, і вони би рухались далі настільки, наскільки це було можливо. Ну, із тої інформації, яка є, дійсно готувалися до оборони, і якогось прориву великого там не досягнуто. Ну, вони зайшли на територію, це зрозуміло, і там ідуть зараз складні бої. Напевно, попробують зараз під Куп'янськом щось зробити. Розтягнути нашу лінію оборони, якщо те, що сказав пан Олег, буде реалізовано, тобто від Сум фактично до Великого, до Вовчанська, фактично вони зараз цю ділянку атакують, значить, після цього можливий удар якраз під Куп'янськом. Спробую прориву і оточення тих військ, які знаходяться зараз в Харківській області. Що вони роблять? Знаєте, у нас от в 23-му році всі очікували великого контрнаступу. І всі чекали, коли ж він почнеться. І зразу всі згадували Другу світову війну, тисячі гармат, наші там, танків, все це йде вперед, і ми наступаємо. Насправді це трошечки в сучасній війні так це не відбувається. Росіяни ведуть наступ уже жовтня місяця. Вони наступ почали під Авдіївкою в жовтні місяці. У них була генеральна мета, значить, захопити Авдіївку, там вийти, захопити в цей Авдіївський укріпрайон. І практично вони там 4 місяці, не рахуючись втратами, йшли вперед. Бідою нашої армії було те, що в той момент, коли росіяни перейшли в контрнаступ, ми свої резерви на той момент вичерпали. Закінчили все наш наступ на Запорізькому напрямку, і великих резервів, які б могли б зразу закрити цю проблему, у нас просто не було. І вони, користуючись цим, не рахуючись втратами, зуміли захопити Авдіївку. За Авдіївкою в нас оборонних рубежів великих не було. Сталися певні події, вони прорвалися в районі Очеретина. І в результаті довелося нашому командуванню шукати можливості для того, щоб зупинити цей прорив. Задача росіян на цей етапі, як я розумію, було добитися каскадного обвалу фронту. Тобто ми наступаємо одразу на до п'яти напрямків, і десь воно порветься. А враховуючи те, що в українського командування не було достатньо резервів, то вони очікували на те, що десь воно все-таки вдасться це зробити. До честі наших командирів, я хочу сказати, що вони не допустили каскадного обвалу фронту. Українська армія, якщо відходила, то вона відходила поступово. Втечі з позиції, так, щоб всі кинули і розбіглися, а далі наступаєте куди хочете, як це було в 2014 році, такого не було. Але в чому наша проблема? Наша проблема, то вона була сформульована ще журналісткою Інною Ведерніковою на останній прес-конференції для українських журналістів. Вона президента спитала, чому ми весь час запізнюємося? Він, правда, на неї образився і сказав, що це ви запізнюєтесь, тому що ви весь час поспішаєте. От не треба поспішати, значить ми завжди будемо встигати. Але все потрібно робити вчасно. Сама система КВН не передбачає прогнозування. Ну ви ж не знаєте, яке вам запитання задасть команда противника. Ви ж не знаєте. Ну ви повинні швидко реагувати. 30 секунд. 30 секунд і швидко. І головне не стільки правильно відповісти, скільки так, щоб посміятися. Хто-то говорить, що це преимущество, що вміємо імпровізувати. Да, в деяких моментах це перевага, але в деяких, коли мова йде про військову справу, коли мова йде про економічну сферу. На тактичному рівні це підходить. Ну, так, безкуче. Ви дієте відповідно до того, як противник. Швидко реагуєте. По ситуації. Да. А от коли ви повинні прогнозувати кроки противника і відповідно думати, як ви будете, це шахмат. Отут у нас слабке місце. Тому що коли генерал Залужний в жовтні місяць друкував статтю, за яку там почалися ці всі хвилі, він же сказав дуже прості речі. Перше, потрібні резерви. Раз. Значить, мобілізація. Потрібні нові підходи і новий технологічний рівень для того, щоб воювати з таким противником, яким є Російська Федерація. Новий порох. Я ж не вірю в те, що генерал Сирський не поділяв таку ж думку, яку сказав генерал Залужний. Це була спільна позиція генералітету. Він же сказав, що ми воюємо тим ресурсом, який нам дає держава. Ми не можемо іншим ресурсом воювати. І ми повинні виходити з тих можливостей, які в нас є. Ви скажіть нам, ви нам дасте чи не дасте цей ресурс? Якщо ви дасте менше, значить ми повинні планувати менше. Коли Мар'яна Безугла казала, де ваш план? Так, ребята, ви ж нам поясніть, які у нас задачі, які у нас ресурси. І ми вам розкажемо, який у нас план. Цього розуміння, наскільки я розумію, в політичній нашій владі не було. І от
оці всі ігри, ви вдумайтесь, 4 місяці в закон про мобілізацію знаходився в Верховній Раді. І причому, хто у нас відповідає за мобілізацію? У нас ж чітко прописано, що президент за дві речі у нас в країні відповідає. За національну безпеку і оборону і зовнішню політику. В законі про мобілізацію, мобілізаційну підготовку написано, що загальне керівництво здійснює президент України. В нього є право законодавчої ініціативи. В нього є РНБО, який повинен був погодити закон. Замість цього закон відправляють в Кабмін. Кабмін футболить Верховну Раду. Верховна Рада його назад відпасовує в Кабмін. Кабмін знову відпасовує туди. І президента питають, що у нас з мобілізацією. Він каже, ну депутати щось там приймуть. Ну, депутати теж дивляться, президенту це не треба. Ніхто на них, так сказати, не тисне. Тут вони 4 місяці, 4 тисячі поправок розглядали. Потім щось прийняли. Тепер чекаємо 18 травня, коли він вступить в дію. А в мене просте питання. А у нас влада взагалі є? Чому от ви хочете провести зразу мобілізацію? Просте питання. Чому зразу не можна? Слышно? Давайте, от є президент, Верховний Головнокомандувач. У нього є обласні військові адміністрації. Так, так. От чим вони займають? Ну, одягли вони фліски, вони там на фоні руйнувань розказують. Ну, спікерами, прес-секретарями. Прес-секретарями. Шеврони ще. Ну, питання просте. Хто мобілізацією займається? ТЦК. Приходять хлопці, військові. От я розмовляв з одним воєнком, він каже, дивись, от ми видали за місяць таку-то кількість повісток. Я загальні цифри називаю в процентному відношенні. 10% з'явилось по повісткам. Із цих 10% я половину відправив на комісію, і 10% із тих, хто пішов на комісію, я відправив в армію. Уявляєте масштаб цифр. Далі, каже, я передаю в поліцію тих людей, яких, от ми видали повістку, вони є, живі, ми їм дали повістку, з тим, щоб вони їх знайшли. І з цього всього конгломерату вони знаходять 5%. Скажіть, будь ласка, що далі повинен робити керівник ТЦК? До кого звертатися? А уявіть собі, що є президент, є генеральний штаб, є РНБО, викликали голів обласних воєнних адміністрацій і кожному довели план місячний. Вернулись, зібрали всіх керівників місцевих органів влади, силовиків і так далі, кожному розписали. І потім, коли керівник ТЦК доповідає, що я передав таку-то кількість людей на розшук, а він там мені 5% знайшов, може голова військової адміністрації сказати, ти більше не працюєш. Зараз я подання в Міністерство МВД даю, і тебе більше нема. Як би він працював? Як би працювали міські голови, селищні, сільські голови, коли потрібно було б дійсно це робити? Ну, хтось повинен бути лідером в цьому процесі. А лідерства нема. Верховний Головнокомандуючий сторона. Він тут ні до чого. Ви там наловіть собі, кого ви зможете, ТЦК. Армія там є, хай собі воює. Наша задача розказати, що нам треба зброя. Так це не працює. З моєї точки зору. Андрій Олексійович, але дивіться, смотрите, а в нинішніх условиях вообще возможно і оправдывать себя раціонально, буде успішна всеобщая тотальна мобілізація по типу больших тотальних войн от наполеоновських до Второй мировой войны в мілітарному циклі. Може, є тут розуміння того, що всеобщая мобілізація нічого не рішить, треба попитатися частично, кстати говоря, обратите внимание, в Росії частична мобілізація вначале була. Сложно шла, между прочим. Сложно при їх ресурсі, кстати говоря, вертикальному я имею в виду, при їх ресурсі вертикальному, силовому ресурсі, і то були проблеми. Посмотрите, я в связи с этим прочитаю одного известного спикера, ну не буду говорить фамилию, чай. Украина движется к поражению в войне. И это произойдет, если не будет проведена всеохватывающая мобилизация. Ну, как Наполеон это делал, как Первая мировая война это была, Вторая мировая война. И так далее, и так далее. Что? Заключение. Нет мобилизации финансов, перевода экономики на военные рельсы. На фронте критически не хватает людей. В тылу все делают, чтобы саботировать мобилизацию. Общество из последних сил пытается хвататься за быт, максимально похожий на довоенный. Это тяжело. Общество, которое у нас, кстати говоря, активное общество, так, тем более, которое коловластное общество, это блогеры, коучи и кого только нет, так, чтобы их заставить, заставить вообще любого человека, который привык к мирной жизни, к
военной мобилизации. Все для фронта, все для победы, тыл работает на фронт, все работают, военные рельсы, танки с конвейера спускаются, выпускаются и так далее. Кстати, есть еще и вопрос. А какая цель в войне на этом этапе? Прекрасно было понимание в 22-м году, какая цель в войне, целеполагание в войне. Отсюда и мотивация соответствующая. Какая сегодня цель? Ну, например, я так ставлю вопрос для обсуждения. Ни на чем не настаиваю. Категоричности тут нет. Это для дискуссии. Мы можем сегодня сказать, что, например, освобождение Донбасса и Крыма, выход на границы 91-го года, это есть освободительный поход, освободительная война. И война носит освободительный характер, потому что мы освобождаем своих людей и свои территории. Понятно было в 22-м году. Все понятно, так? Киев, под Киевом, Сумы, Черниговская область, так? Киевская область, Чернобыльская АЭС и так далее. Как сейчас это сделать? Мне кажется, вот нету мобилизации сознания. Отсюда все идет. Я можу своє тільки бачення сказати, як я розумію. Характер війни визначаємо не ми. Ну, якби ми напали, наприклад, на когось там, ми б собі поставили якусь мету, і ми б вже виходили з тих ресурсів, із тих задач, які ми перед собою ставили. Ну, коли на нас напали, ми повинні підлаштовуватися під ту ситуацію, яка створена нападом іншої країни. Яку мету ставить перед собою Росія, напавши на Україну? Це ж не захоплення Донбасу, не захоплення Криму. Якби мова йшла про якусь територію, можна було б обговорювати питання, ну от десь там можна провести якусь лінію, там ми там і так далі. Не за територію, де війна. Не за територію. І якщо ви звернули увагу, весь час вживає російське керівництво нинішнє, нелегітимне, вживає поняття «бивша Україна». І вони не кажуть «влада України», вони не кажуть «президент України», вони не кажуть «Верховна Рада», вони кажуть в київській власті або київський режим. Да, київський режим. Тобто вони нас уже поховали, нас нема. І коли ми запитаємо їх, а що таке? Ми ж в режим не входимо. А що таке? Ну, як вам сказати? Ну, я б вам розказав одну історію, яку зі мною трапилось за тиждень до нападу, коли я був на одному телеканалі, один депутат, який, кстати, зараз є в Верховній Раді, яким з мене в нормальних стосунках були. І він раптом на останній передачі на мене папер, каже, скоро вам кінець, там, і вас там всіх, значить, і те саме. Я, значить, закінчилась передача, я з ним кажу, що случилось? Хто тебе вкусив? А він мені так тихенько каже, тікай. Тікай. За тиждень до вторгнення. І він нічого не сказав. І от через тиждень почалося вторгнення і так далі. Вони, були, вони знали. Так він зараз в Верховній Раді. В Верховній Раді, я не хочу навіть фамілію назвати. Ну, понятно. Значить, вони все знали. Ви згадайте, будь ласка, що Портнов написав. Ми готуємо проскрипційні списки для значить, фільтраційних таборів. Денацифікація. Вони навіть цього не приховують. Якщо вникнути в поняття денацифікація, вона передбачала знищення дуже багатьох людей. Еліти. Да, от просто народ може сказати, може еліті, от так і ну, дивіться, Вадим Євич, в 1620 році під Білий Герой, після поразки чеської армії, знищили всіх чеських дворян. Німці. Повністю. Вони обезглавили цей народ, і до 20-го століття, коли Чехія піднімав, вони, по суті, свою мову відновлювали уже через декілька століть. Ну, це величезна трагедія, яка сталася. Тому характер війни, яку затіяла Російська Федерація, ну, з чим її можна порівняти? Ну, війною католицької ліги Євангелічної унії. 30-літня війна, де, в принципі, полонених не брали. Да. Де, в принципі, от, вони ж неправильно там, вони там значить, заперечують, значить, що потрібна церква як посередник між Богом там, і людиною. Значить, вони неправильні, їх треба тільки знищити. Або цих. Ну, тоді не було масових війн. Це війна, так. Да, але... І, по-друге, як війна закінчилася? Я вам скажу, війна закінчилась, да. Коли вони один одного лупцювали. І коли зрозуміли, що один одного не переріжуть. Да. Тоді вони зупинили, сказали, ну просто ми би далі, звісно, вас били. І вони б сказали, да, ну от у нас вже все, ми видихлись, далі ми вже не можемо воювати. І тоді зупинились. А враховуючи те, що ми живемо не в 17 столітті, а в 21 столітті. У нас гірша ситуація. Що може провокаційне питання, домовитися? Що? Ні. Справа в тому, що... Ну, от ви... вам католицький. Світ, от вам протестантський. От вони домовились тоді, коли вони зрозуміли, що далі вони рухатись не можуть. Да. Оця межа,
в нас вже сил далі лупцювати. Ми 30 років один лупцювали, вже вибили всіх активних елементів з одного і іншого боку. Уже навіть Густав Адольф загинув. Так. Значить, вже кращий воєначальник часів 30-літньої війни проти Альбрехта Валенштейна. Валенштейн програв битву, але Густав Адольф загинув. Уже все, перелупили один одного, як могли. Але ніхто не програв і ніхто не виграв. Це була нічия. Нічия. Після того, як вони 30% населення Німеччини знищили всі разом. Чия релігія того і територія? Куї регіо, куї релігія, так. Але сьогодні Російська Федерація веде екзистенційну війну. Вона нас не вважає українцями. Ми русські люди, у яких сознання помутнено націоналістичною бендерівською ідеологією. А тому ті, хто не підлягає перевихованню, повинні бути знищені. Оце треба розуміти. Екзистенційна війна. Екзистенційна війна. Все ж таки війну веде не суспільство, а веде режим, держава їхня, армія. Вадим Юрійович, да, влада веде. Хто вів війну проти Радянського Союзу в 1941 році? Режим влада чи вів німецький народ? Давайте чесно. Вели німці в німецький народ, який був під проводом Гітлера, був абсолютно переконаний, що їм потрібен життєвий простір, дранг на хостен, і оце наш життєвий простір, ми там повинні будемо жити, тому що нам місця мало. Там була загальна мобілізація, тотальна війна? 43-го року, так. Да. Да, да. А вони ж не ведуть тотальну війну, от в чому справа. В тотальну війну. І загальної мобілізації теж немає, вона часткова, а тепер взагалі контрактна. СВО. Контрактна. Мова йде про те, що якщо ви подивитесь зараз на цікаві цифри, я теж дивився, скільки сьогодні платять контрактники. Да. Розцінки виросли вже в два рази. Да. А значить, проблеми з мобілізацією теж є. Да. Росія сьогодні... Але це не мобілізація, це більше рекрутинг, так? І більше контрактник. Да. Але рано чи пізно вони підійдуть до тієї межі, яка теж переставить під ним питання. Або ми далі підвищуємо ставки і проводимо мобілізацію, або ми відмовляємося від своїх стратегічних цілей. Україна менше ресурсів має, тому у нас ця проблема раніше виникла. І сьогодні ми знаходимося в ситуації, при якій Росія намагається тиснути на всіх фронтах і намагається дотиснути нас до того, що ми, як колись німецька делегація приїхала в Кемпінський ліс і сказала, ми хочемо почути ваші умови. А Фош їм каже, ніяких умов у мене немає, нам дуже подобається воювати. Так ми не можемо воювати. То ви приїхали просити про умови. І далі ви пам'ятаєте Версальський мир і все, що це пов'язано. Вагон ще не спалили. Почему, кстати говоря, можемо, поки ви взяли паузу, почему они не могли воювати? Олег Іванович, потому що не хватало, не хватало робочої сили на шахтах і заводах. Поэтому з фронту знімали солдат, потому що всеобща мобілізація в Першу світову війну в Германії привела к тому, що некому було работать і производить снаряди, уголь, давати для металу і так далі. Є такой, по-моєму, Яков Букшпан. Был такой экономист советский, так, российско-советский. В 1929 году вышла его книга «Военно-хозяйственная политика в Первой мировой войне». Он описывает вот это все. Десятки тысяч снимали с фронта, германского фронта, в 1917 году. Потому что некому было работать. Чтобы у нас так не получилось, не дай бог. Вадим Юрьевич. Да. Та Боже. Вадим Юрьевич. У нас нигде работать. Всех заберем, а работать побудет. Перемога в войне союзник была первой перемогой в Першу світову війну. І спрацювало те правило Наполеона, яке він колись сформулював, що перемагає той, хто має на один батальйон більше. От прибуття американських 22 дивізій з генералом Першином, коли Росія вийшла з війни, і коли німці поперли, і тут прибули американські війська свіжі, і які зупинили, і Німеччина позбавлена була можливості воєнним шляхом дотиснути союзників, рухнув тил в Німеччині, яка 4 роки була в блокаді. Вони терпіли, як могли. Солдати на фронті, напевно, не відчували дискомфорту в плані харчування там чи боєприпасів, вони воювали. Той же Гітлер був здивований, чому ми припинили. Все хорошо, ми ж воюємо. Вон, французи, ми можемо далі воювати. Тил рухнув. Да, тил. І от у відповіді на цю проблему він потім сформулював концепцію бліцкріга. Б'єм, ні в якому разі не втягуємося в затяжну війну. Б'єм, відходить. Так от, Путін не хоче втягувати тил, тому що він може розуміти, що Росія проіграла війни із-за тила. Тому він зараз нас намагається зробити так, щоб ми підняли руки. Любий спосіб. Да. Але, от ви кажете про війну, яка вже не сучасна. Я з вами згоден. За одним виключенням. Давайте подивимося на Ізраїль.
От він знаходиться в ситуації, яка ну, десь віддалено нагадує нашу. Тому що довгий час теж їх називали сіоністські утворення, там, навіть Ізраїлем не називали. Тобто нема держави Ізраїль, його ніхто не визнає. І всі намагали, навіть зараз Хамас кричить, значить, свободна Палестина від річки до моря. Ізраїля немає за визначенням в цих межах, їх просто немає там. І вони воюють всі. У них і жінки мобілізуються, і чоловіки, і зараз, коли поприїжджали всі, не через Йордан тікали, перепливали, да? А навпаки сюди приїжджали і допомагали. Проблема в нас самих. Ресурсно Україна може вистояти в війні проти Росії, при умові, коли вона буде єдина. А так, як зараз у нас відбувається оцей, той, значить, там через Тису поплив, ті, значить, щось там вкрали, уряду в 5 міністрів із уряду немає, міністр узнає про те, що звільняють із преси. Ну для цього треба, щоб був лідер. Сіоністський проект. Повинен бути лідер. Ідеологічна мотивація, лідер. Релігійна мотивація. І лідер повинен бути на чолі. Лідер, який може згуртувати людей і сказати, дивіться, ми рухаємося в такому-то напрямку. Повинна бути людина, якій всі довіряють. Коли журнал «Тайм» пише, що у нас не президент України, а якась інша особа є найбільш впливовою людиною, а після цього нам СБУ і заявляє про те, що замах був на президента, то я в це не вірю. Навіщо замах робити на людину, яка не є головною? Є же ж та, яка реально управляє країною, ну і на неї ніхто не замахується. Замахується на голову СБУ, на начальника там розвідки і на президента. А той, хто керує, він в стороні. Ну це так не працює. Андрій Олексійович, ми зараз підключимо трошки інших. Ну, наприклад, та ж Ізраїль ніколи не вів великий континентальний війн. От, він не тянув, він не було довгий. Не було фронтів ніяких. Він би програв би довгу війну. Да. По-друге, араби, ви знаєте, що вони такі ж воїни були, і сирійці, і Єгипет. Андрій Юрійович, 1400 танків в 73-му році, в війну судного дня, 100%. Проти одної ізраїльської бригади на голландських висотах. Да. Ну, чисельність теж має значення, не повинні були їх роздавити. Просто. Має значення, ну, бувши бідуїни, не такі вояки. Так, тому Ізраїль, культура інша, військова, так, сіоністська культура, фактично. Ізраїль – це нова сіоністська культура, войовничого. У них не було вибору. Вони воювали, тому що вони знали, що якщо вони програють, їх знищать. Да, воювали за землю. От якщо у нас буде відчуття цього, що якщо ми програємо, нас знищать, ми тоді будемо воювати. Якщо, так. Це відчуття, але воно формується не так. Вадим Ільич, ми включаємо телевізор. Да. Там іде єдиний марафон. Хто там є? Даже пса патрона звідти забрали, тому що він почав виявляти якісь нездорові політичні амбіції. І на всякий випадок його, значить, теж від гріха подалі. А то рейтинг ще буде у нього. А то рейтинг буде. І прийшлося його теж забрати. Блін, діти дивились. Там є подвиги українських солдат, які б могли б надихати. Щоб... От молода людина включає, а там показують наших бійців, які там танк знищили ворожий, або там взяли в полон. Нема цього. Тому що є... Нема пропаганди справжньої. Є інформаційна пропаганда, а потрібна ідеологічна пропаганда. Розумієте? Це військова телеологія. Якщо хочете, військово-політична есхатологія. Я вам хочу приклад привести. Пам'ятаєте? Велика Росія, відступати нікуди, позаді. І, каже, всі вони загинули. І ні в кого навіть в мозгу не було. А як же всі дізналися останні слова політрука Кличкова, коли всі загинули? Ну так працювала воєнна пропаганда. Да, 26 или 28. 28 героїв Панфілова. Панфіловців. Да. І в віках будуть жити 28 самих храбрих твоїх слов. Це співалося, розумієте? Конечно, всі ці подвиги пропагувалися. І це викликало у людей відповідні патріотичні почуття. А що сьогодні? Ну, там украли, там цей втік через Тісу, там ще хтось чомусь щось сказав, там того звільнили. І в результаті народ дезорієнтовано. Тому що, видите, Перша світова війна, Друга світова війна, ізраїльські воїни, це культ війни. А потім солдати сидять, слухають в окопі, виступає міністр Жолнович і каже, треба все зламати соціальне. А Галя Торпеда, вибачте, це Третьякова, каже, ми йому, розумієш, протез зробимо, 3 місяці заплатимо і на роботу. Нема що сидіти на шиї в державі. І солдати на передовій, це ж слухайте. І ці люди при владі. А может есть еще одна проблема. Мы привыкли, что наш тыл это Запад. Пока Запад помогает, но не для того, чтобы победить, а для того, чтобы мы не проиграли. Это раз. Вадим Юрьевич, Запад а во-вторых, у нас вы на этой мотив... в понимании Остапа Бендера. Да. Запад с нами. За границу нам поможет. Мужайтесь. Так.
Поэтому вот пусть они нам помогут, а мы там тоже. Давайте поддержим отца мысли и гиганта мысли. Хорошо, все-таки давайте дальше двигаться. Спасибо. Андрей Васильевич, ну, ваши реплики, комментарии. Я все-таки, вот, знаете, мы пока ответ не нашли, а надо его находить, этот ответ. Потому что от этого зависит перспектива войны. Или воевать, так воевать надо же побеждать, а не погибать. Так, Вадим, либо искать другие варианты. Я к черту говорю, всеобщая мобилизация сегодня возможна или нет? Можно репрессивными даже методами всех собрать и отправить на фронт. Во-первых, возникает вопрос, а кто будет в ЦУ работать? Это раз. А во-вторых, не готовы сегодня наши люди, многие не готовы. Или я что-то здесь не так? Ставлю в вопросе, не то. Все ставлю. Верно. Вот Олег Иванович говорил у меня на эфире, что надо военно-патриотическое воспитание. Я говорю, в стиле Совка оно не даст, если мы по-советски будем. Ну вот я коллег слушал, да. Конечно, столько желания было включиться. Но потом я себя силой воли остановил. Угу. Вот, без лидера, без оружия, без единства, но как-то воюем. И мобилизация. Я думаю, что в стране сейчас нет ни одного человека, не считая каких-то скрытых врагов, которые скажут, что мобилизация не нужна. Потому что я всегда связываю войну, военное положение, мобилизацию, как и по сути, и по институциональной, и по значению. Да? Связанные понятия, связанные действия. Обороняемся, мобилизуемся и так далее. Во что мы уперлись? Как? Каким путем? И что мы вкладываем в мобилизацию? Если речь идет об экономике, да, мобилизация производства, но это же не означает, что с этого момента каждое предприятие казарма. Это означает что-то другое. Означает новое нормирование, быстрое принятие технологических решений, возможно, кадровый контроль, подбор кадров новый и так далее, и так далее. Ну, естественно, высокая степень администрирования, госзаказ. Андрей Васильевич, я прошу прощения, да. Просто как бы потом уйдет. Знаете, у нас мобилизация ресурсов. При нынешнем состоянии государственного аппарата и государственной службы в силовых структурах сведется к тому, что будут машины отбирать, кто еще не успел их переписать. Так все верно. И куда-то они будут пропадать. Вот в чем вопрос. Государство должно быть готовым для того, чтобы даже репрессии проводить правильно. Или проводить принудительную мобилизацию тоже нужно по закону. Закон это тоже принуждение, так или нет? Да. Мобилизация, да. Если уйти от каких-то важных там управленческих объяснений там, или институциональных, это прежде всего взаимодействие. То есть государство создает новые условия, нестандартные, жесткие, но каждый человек их принимает и работает по этим правилам. Мы же и видим совсем... А что он принимает их? Ловлю. А что он принимает или не принимает? Ну, потому что для него государственное дело является его личным делом. То ли на производстве, то ли это связано с военной организацией. А почему оно личным? Что договор есть. Конечно. То есть общественный договор по ведению войны или по ведению мира. Потому что если мы вспоминаем опыт тоталитарных систем, там, где всеобщая мобилизация во фронт и общество в армейском, даже не в военном положении, то нужно учитывать специфику той машины. Мобилизовывались те, кто остался лояльным и подчинился. А извините, в тех системах те, кто не был лоялен, в лагеря, а то и расстрел, а то ли нафиг. Но мы же таким путем, что ли, собираемся идти. Да. Поэтому можно, конечно, такие мобилизации вспоминать. Нет, может быть иначе. Я вот сразу среагирую на реплику трижды генерального прокурора, хранителя закона, заботящегося, да? Да. Смотрите, как общественный договор действует. Выборы должны были быть. Выбрали бы кого-нибудь. Или на войну выбрали. Вы о лидере говорили, да? Либо на мир. Уже кто-то так выиграет. Мы понимали бы. И, кстати говоря, программа бы предвыборная шла. Или в парламенте, или в других каких-то там. Она бы шла именно о войне и мире. И когда ты идешь на выборы, в условиях, вот этих условиях, как бы военного положения, или там отмененного, не знаю, как это сделать технично, это можно было бы сделать технически. Ты даешь программу выхода из войны. Как когда-то... предыдущий президент говорил, жить по-новому. А я бы на его месте сказал воевать по-новому. А как вы узнаете, кто лучший, если нельзя провести выборную кампанию? Как вы выберете? Как люди выберут лучшего? Как? Зашите второй аргумент. Да, нет, пусть Андрей Васильевич. Подождите, это все... Понятно, что будут какие-то грехи, будут дефекты в таком выборе. Но это будет договор. Мы выбрали лидера или выбрали парламент для того, чтобы...
А он принял мобилизацию с новым мандатом. Принимать закон о мобилизации жестче в 5 раз, чем сейчас. Понимаете, коллеги, я просто хочу на что обратить внимание. Андрей Васильевич, извините. Мы с вами говорим на третий год войны. Так. На ощущение, что вот вчера только все началось. 17% территории под контролем врага. Большие изменения в системе вооруженных сил. 15 миллионов, по моим общим прикидам, людей вне территории, которая контролируется национальным правительством. Это и на оккупированной территории, и уехавшие 15 миллионов, а то и больше. Но я веду к чему. И раз мы сегодня об этом говорим, значит, что-то не так в самой системе. Ну, это ахинея говорит о третьем год войны, о проблемах мобилизации и прочее. А теперь вопрос, почему? У меня вопрос, знает ли политическое военное руководство, что делать? Ответ грустный, не знает. Давайте вернемся в 2022 год. Первое же столкновение с врагом, да, вот ТРО, большую роль сыграла добровольцы, быстрая, на наших глазах перестройка армии, поддержка, но о чем-то договорили военные и военные эксперты, что да, война какая-то новая, другая, высокотехнологичная, мобильная, требует особой выучки и подготовки. Но все задачи, даже не военным экспертам, они были на поверхности. Значит, прежде чем гнать тысячи в батальоны на фронт, нужно что? Спецподготовка, ну, военная профессия. Огромный поток неизвестного нам не только оружия, но и приборов, технологий, которые требуют обучения. Правильно. Казалось бы, уже к осени 2022 года, вот когда появились первые умные статьи, что делать, как оборону организовать, какие виды техники нужны были. Задача того, что речь идет не о мобилизации как таковой, а о том, что нужно мобилизовать для создания новой профессиональной армии. Война уже этому учит. С этого момента, кстати, начались и первые, казалось бы, понятные тогда шаги. Наши партнеры начали нам помогать в подготовке. Ну, во всяком случае, задекларировано было, да? Туда 5 тысяч, там 10 тысяч. Если честно, к концу 2022 года я так и понимал дальнейшую логику развития обороны. То есть, имеющий состав доготавливается, осваивается быстрая военная техника, но в это время формируется, по сути, новая армия нового типа. Было. Это не вопрос миллионов, это вопрос новых профессий. Новых навыков назначил. Так же и было на 23-й год. Фактически. А значит, мобилизация, учебные базы, у нас есть институты, академии, у нас есть хорошо подготовленные еще старые военные городки, где можно за месяцы готовить, учитывая боевой опыт, учитывая появление новых учителей. Но что я вижу на 2024 год? Вот вся эта тематика куда-то ушла на задний план. Буквально гоняются за живой силой, даже не стесняясь, произносит это слово. Нам нужна живая сила, резерв. В смысле? То есть вам нужны что? Вам нужны штыки 10 на 10, которые во фронт пойдут в атаку, что ли? И это свидетельствует о том, что военно-политическое руководство в какой-то момент просто потеряло руку на пульсе, оно не знает, какая армия нужна. И закрывает физически кадрами и тема мобилизации реальный провал в подготовке обороны. А теперь ставлю другой вопрос. А у нас есть стратегия обороны? Нет, то, что у нас есть стратегия контратаки, когда мы выдержим удар, это я слышал. А есть у нас стратегия обороны, связанная с тем, как готовятся кадры, какое количество необходимо для новых частей, не только дроновых войск, как мобилизованы учебные заведения, какие страны включены в эти программы подготовки. Вот этот весь контент отсутствует. Зато на поверхности, да, что нужно максимально мобилизовать, нужны сотни тысяч и так далее. Я рассматриваю эту как кампанию от растерянности. И самое главное, когда я слышу тезис о всеобщей мобилизации, вот это и есть главная провокация. Это пугать вот людей. Это и это есть пугать главная людей. Провокация, панику, тот самый вражеский нарратив, который хорошо упакован. Когда почему? Ко всем приду. А теперь мы возвращаемся к нематериальной стороне дела. В дверь. Что такое единство? Коллеги. Но извините, я специалист по идеологии, я учился на это. Да. Когда я слышу от людей... Какие я, между прочим. Да, плохо понимающих в этом, что нам потребно там идеологичные спорты. Вы о чем? А вы знаете, что единство достигается не словами, и не призывами, и уж тем более не пропагандистскими агитационными методами, а взаимодействием и коллективной деятельностью. А коллективная деятельность в государстве, в условиях обороны, возможно, как... Идеи становятся материальной силой, конечно, когда они владеют массами, сказал декоммунизированный классик. А теперь посмотрите, что у нас на третий год войны произошло. Органы самоуправления дискредитированы, обезвожены, сидят в углу, им просто не доверяют, видите ли, не лезьте. Второе. Вы слышали когда-нибудь о деятельности профсоюза в последние годы?
А ведь профсоюзы – это мощнейший институт гражданской, той самой солидарности и при необходимости мобилизации. А как задействованы ассоциации промышленников, предпринимателей, объединения, ну, которые являются тем самым гражданским сектором, который тоже является частью мобилизационной политики? А союз юристов Украины как задействованы? А Академия правовых наук? И вот оказывается, что те, кто проголосили мобилизацию, нифига в этом не понимают это слово совсем. За то, что они выстраивают? Они выстраивают военно-административную вертикаль. Причем не по линии, вот, о которой коллега говорит, да, по линии структур существующих, выстроенных, а по линии суррогатных структур, сбрасывая на них ответственность. Сводя все это дело просто к созданию, ну, системы ловли живого ресурса. К чему это все приведет, Владимир? Отвечаю. Такой подход мобилизации, тем более стрессом тотальный, приведет просто к внутреннему социальному конфликту. И главное теперь. Вы спрашиваете, что? Какой замысел врага? И мы рисуем, значит, стрелочки. Сюда он пойдет, там, на Купянск или... Послушайте, так это и есть те самые трагичные комические куплеты, которые могут быть замыслом врага. Вы думаете, что в Кремле не видят, как мы переживаем мобилизацию? Как мы не собраны? Что вместо действительно лидерства на примере, у нас лидерство на команде. И что все это шаг за шагом приводит к новым внутренним кризисам. Потому что люди не хотят подчиняться тупо. Люди не хотят, чтобы им на горло становились коленом. Люди не хотят, чтобы листовки раздавали в супермаркетах. Если не хотят, то что делать? Я считаю, что следующим этапом войны, наряду с военными операциями, это военные операции по Востоку, я еще несколько слов об этом скажу тоже, является в том числе и создание качественно новой конфликтной атмосферы внутри. Потому что замысел, я не согласен с уничтожением. Кремль не так глуп, чтобы планировать уничтожение. А то, что мы слышим от неглупых идеологов в Кремле, им нужна другая Украина. Им нужна другая Украина, которая перетрясется, переварится и так далее. Андрей Васильевич. И вот этот когнитивно-ментальный этап, на самом деле, самый опасный. Который мы Опасный. Да. Что делать? Какая альтернатива? Значит, какой выбор? Нет, выбор есть. Либо усилить репрессалии, и действительно надо стучать в каждую дверь коллегам, действующим так, Олега Ивановича так, и искать. Но проблема в том, что таким образом разрушается, уже он фактически полуразрушен, общественный договор в голове, в голове человека, который попадает под мобилизацию. Просто не все, но попадают. У меня в таких дискуссиях эффект... Или что? Эффект дежавю, потому что я, к сожалению, наговариваю тему, что делать из эфира в эфир, из текста в текст, начиная с осени 2000. Вот конкретный вопрос у меня. Мы должны предложить нашему руководству, обществу предложить план. Как выйти из этой ловушки, не знаю как, или из этой неприятной ситуации? Давайте разобьем на две части. Я готов отвечать, если дадите время, потому что неожиданный поворот разговора. Значит, смотрите, первая часть. И я просто хочу вернуться. Чем мы завершали в большой политике 2023 год? Особенно учитывая уже, тогда выглядел это вполне позитивно, пример Израиля. Да? Что для того, чтобы людей вдохновить и показать, что политика справляется с мобилизацией обороны, нужна консолидация политиков, то есть нужна национальная коалиция и в парламенте, и вне его. Это не только тексты, это новый механизм взаимодействия. Свою роль лидера тут должен стать глава государства, который пойдет навстречу. На выходе мы могли бы получить и команды исполнителей, верифицированных в плане компетентности, получивших поддержку и мандат по министерствам, по администрациям. И второй момент, максимально включить возможности и авторитет местного самоуправления. Если бы мы эту задачу решили к концу 2023 года, в 2024 в нашей политике, наряду там, с главой государства, действовала бы широкая национальная коалиция по обороне, и мобилизация людьми бы по-другому воспринималась, потому что политики уже мобилизовались. Их согласованное решение, их даже, грубо, пропаганда, просто информирование о их решениях, обществом бы толерировалось. Мы бы запускали механизм принятия, что нужно всем, потому что они договорились. Вместо этого мы полгода имеем дело со срачом, извините, позорными слухами, кто кого отставляет, как вам дело Залужного. Это же национальный позор, то, что происходило. Главкома уводят в сторону, то ли лечат, то ли там закрывают где-то. Эти сарафаны, унизительные разговоры, так пойдет он в политику и не пойдет. Я считаю, что это... Главком просто стал электорально-политической фигурой. Поэтому его могли увольнять за дело, а получилось, как же увольнять за политику. Подобного рода манипуляции подрывают и имидж военных, но они подрывают и реноме самой власти. Раз такое может быть, самая известная фигура... Нет, так результат.
Увольняют по состоянию здоровья, обратите внимание. Ну, я просто это привел как пример до этой нездоровости ситуации. Вообще. Я считаю, что к этому подходу не поздно возвращаться никогда. Потому что на этом основании и даже принятый закон о мобилизации можно было бы реализовывать и применять по-другому. Но тут вопрос в другом. Вот эта вся история позволит тогда выносить на общество и другие предложения и решения, которые сейчас выглядят невозможными и популярными. В том числе и подготовку к невоенной фазе войны, которая нам критически нужна. Ведь о чем мы молчим? О чем мы молчим? Не только о том, что у нас по ходу войны уменьшается Украина за счет беженцев, переселенцев, оккупированных территорий, а разрушения. Ведь враг системен. Он делает ставку не только на позитивные последствия. Вот это я хочу за это слово зацепиться, Андрей Васильевич. Шаг за шагом. Андрей инфраструктура, Васильевич. Энергетика. Андрей Васильевич, спасибо, но система не в этом. Смотрите, я как раз хотел об этом. Как ведут войны, успешные войны? У тебя либо система тоталитарная, там, авторитарная. У тебя раз, командная система, и ты мобилизуешь людей. Все мобилизуешь. Либо варвары. И все молчат. Либо варвары. И все молчат. Так? Почему? Ну, потому что сверху вниз все идет. Либо у вас общественный договор, Израиль, воюющая демократия, общественный договор. Все, на нас напали, мы отвечаем. Все, прилетаем, все резервисты прилетают и так далее. Да. Но я просто вторая ситуация. Так? Ну, смотри, Вторая мировая война. Кто воевал прежде всего? С мобилизационным ресурсом. Две диктаторские тоталитарные системы. Не важно, там, кто из них какая, там, нацист, коммунизм, это системы вертикали. Идеологический аппарат, кстати говоря, и у одной, и другой был. Пропагандистский аппарат, одной, и другой был. Силовой ресурс, своя, так сказать, тайная полиция, явная полиция и так далее. Все это работало на большую мобилизационную войну. У меня вопрос. Украина, у которой нет ни этой системы, и не надо, чтобы она была, но и общественного договора по израильскому варианту, воюющей демократии, тоже нет. Я прошу, какой выход? Чтобы мы как бы людей же не просто, людей же берегли, тоже надо беречь людей. Правильно мы ж, вот, вы же сказали в самом начале, что такие заявления, что всех давай тут подметать на фронт, на всеобщую мобилизацию, это провокационно иногда. Это звучит провокационно. Это провокационный так подход. Что делать? Потому что все я вижу в концептуальном тупике, концептуальный тупик, не военный тупик, а концептуальный тупик. Генералы тут ни при чем. Что делать дальше? Или будем жить так, со дня на день, или там день прошел, отразим атаки врага, а там дальше будем думать, ну, что Юрий, нам делать. Знаете, если серьезно, да. Так от сердца, да. Я не политик. И даже когда-то были мысли об этом, они ушли напрочь уже. Но дело не в этом, но мы как советники. Но советником же ты был, Андрей Васильевич. Конечно, да. Советником президента, вот как советник. Посоветуй президенту. Но я считаю, что сейчас политикам, которые еще, еще остались у нас, тех, кто еще под себя не ходит, им ничто не мешает, даже если президент и слуги не идут на национальную коалицию, создать на общественных началах, да, широкое объединение в поддержку обороны, выступить в качестве источника предложений и о политике мобилизации, и оборонной политике, выступить критиком правительства. Андрей Васильевич, этого не было ни у Гитлера, Сталина, ни у Израиля не было каких-то общественных советов. Есть военный кабинет, вот вам элита, оппозиция и власть входят в военный кабинет. Но власть принуждать к решению будущей национальной коалиции. Другого варианта просто не вижу. Потому что все скатывается, извините меня, к чисто авторитарной пирамидальной системе. Или военный кабинет очень, Черчилля. Очень уязвимо в этом. Черчилль премьер-министр во время войны, Этли лидер либеристов, министр социальной политики. По-моему, так. Вот я вот тут согласен. Так, подождите, я вам сначала, перед чем вы согласны, провокационный вопрос. Я согласен. Вы не увиливаете. Что-то там как бы какие-то слухи до меня доходят. Согласен. Что вы там где-то по делу какому-то там. Политика, коалиция, бизнес вовлечь. По делу Коломойского, там какой-то там, это вам пишут. Вас беспокоит мои 50 миллионов? Да, так а что вы в это вкладываете? Мы студию расширим тогда. Так вы сразу сказали об этом. Я думаю, что меня позвал. Мне нужны деньги для студии. Да, вообще есть вопрос. Что там? Ну, а если серьезно? Если серьезно, я коротко. Ну да, я хотел вот согласиться, соглашусь с Андреем Васильевичем. Ну, или сразу соглашусь с ним, скажу, что вот я за такой общественный договор, когда все политические силы страны в тяжелое время принимают участие в управлении государством. У нас так получается, что если ты в оппозиции, пошел вон,
Есть у тебя какие-то там каналы, возможности, еще. Ты так не гавкай, а то прижьючим. А если бы позвали все политические силы в этот тяжелый момент во власть и каждому раздали свой кусок пирога, то хотя бы не критиковали эту власть, и уже это уже помпа, уже сами при власти. И тогда это тоже повод для усиления этой власти. И тогда это общий коллективный ум, и вся страна уже как бы объединяется на фоне борьбы или войны с противником. Правильно, это называется военно-политический консенсус. Да, вот я он считаю... Он есть в Израиле, там независимо да, от того. Да, это очень бы, было бы... А теперь по поводу того, что вы спросили. А есть навязанный военно-политический консенсус, когда верховная власть, используя свои, в том числе, репрессивные методы, навязывает но этот консенсус элитам и обществу. Это уже диктант. Не консенсус. Это диктант, уже... навязанный консенсус. Но понимаете, без консенсуса да нет успешных государств. Нет, это не консенсус. Это называется, будешь гавкать, посадим. Нет. Ну не перестаньте. Политология, ну, извините меня. Что, так, какой консенсус? Которую я преподавал и преподаю. Есть понятие. Там добровольный консенсус, слова. Есть навязанный консенсус. Ну навязанный. Пусть это есть будет... диссенсус еще. Но мы не будем об этом. У нас... Вы меня уводите от... Увожу. Ну ладно. Я услышал, где деньги. Да, понял. Где я не расскажу. На черный лебедь. Да, перевел в офшор на квартал. Смотрите, значит, в чем вопрос? Я не буду комментировать то, что говорят, ну, и коротко, то, что да, пишут. Я скажу, чего умышленно не пишут и чего умышленно не говорят, чтобы скрыть истину и правду. Все пишут, что события 2005, убийство, значит, Коломойский, там туда все, события 2005 года. Неправда. События 2003 года, третьего, там, а там когда генеральным прокурором был Святослав Михайлович, первый раз. И события такие, что приходит народный депутат, приносит заявление не от своего имени и говорит, что вот этот человек заказал убийство, его немедленно надо посадить в тюрьму. Я говорю, откуда вы знаете, что это он? Ведь заявление не вами подписано. Он говорит, я знаю 100%, я говорю, дайте показания. Не-не, у нас с ним... экономический конфликт, я не могу дать показания. А, говорю, то есть показания выдавать не будете, а заяву принять? Да, да, ну говорю, хорошо. Это 2003 год, расписываю все, копия председателю службы безопасности, Радченко был, всем, значит, оперативное управление ловить все. Словили убийц, посадили, наказываем, нашли организатора, ищем заказчика, проводим следственные действия. Меня снимают. Дело двигается полным ходом. И это неправда, что по Коломойскому его начали в 2005. Нет, его начали в 2003. И тогда уже было на него прямо указано в заявлении. Меня снимают, я возвращаюсь в 2004-2005. И возвращается, естественно, это дело. Я собираю совещание, говорю, как это дело, господа? Я же там расписочку написал. Привлечь. А говорит, а его еще же никто не допрашивал за полтора года. А чем же вы занимались? Так его нету. Да ладно. И мне следователь... Да, кстати, дело-то было в Крыму. Я говорю, нет, давайте в центральный аппарат. Следователю по особо важным делам. Потому что там его быстро закроют в Крыму. И вы ничего в той Феодосии никому не докажете. Никогда. Я быстро все. Ну, уже иначе ну, надо... Да, ну, да. Быстро расскажу. Сейчас про деньги. Да. Сейчас я расскажу про деньги. Явка с повинной. Да. Ну, давайте, у каждого своя явка с повинной, хорошо? Вот. Значит, я говорю, давайте так. Начали что-то, закрутили. Рабочие моменты, придя, ушли туда-сюда. Я ухожу из ятого следователя покойного, царствие ему небесное, киборга. Видел один раз на совещании, когда я их распекал, что дело не расследует. Всех следственное управление. За полтора года, два. Не допросили никого, никого не нашли. Вот. Я ухожу, и через год я узнаю, что дело закрыто. От кого, я уже не помню. Я узнал об этом. И познакомился я с Коломойским в кабинете Ющенко в 2007 году. Я даже не знал, как он выглядит. Нет, что Коломойский, что не Коломойский, было все равно, я сам... Закон один для всех. Да я же Томерской области и попал в налоговую, потом в генеральную, и я как бы с олигархами не особо был знаком, поэтому меня тогда и поставили. Так вот, чтобы закончить.
Слушайте, а если я такой махровый взяточник, почему я не взял деньги из заявителя, который просил возбудить дело против своего экономического конкурента? Бесплатно оказалось, преследовали человека. И тут я узнаю от какого-то там поэта или кто он там, журналиста, что я там взял 50 миллионов с него. Он вообще понимает, что такое 50... Такое сказать, это же надо ни хрена вообще в жизни не понимать. Почему? Генеральный прокурор, охраняемое лицо. Меня охраняло 12 человек круглые сутки. 50 миллионов это 50 чемоданов, как минимум. Это 2 куба денег. Это как я их должен был взять? За таких. Если кешем, ладно. А если перечислениями? Там еще... отслеживается, конечно. Да, так... У меня у генерального прокурора карточку отслеживаю. Чем я понимаю? Телефон прослушиваю. Денег не будет на черной лебеди, да, понял. Самое интересное, я спрашиваю, за что же было платить, если я уже не был генеральным прокурором? И еще, хочу защитить следователя. Перестаньте говорить о нем гадость. Что он совершил незаконные действия, пишет один. Закрыл дело по указанию Пискуна. Он герой. И никакого указания Пискуна у него никогда не было. Я никогда с ним не разговаривал. А над ним есть замначальника управления. Начальник главного управления. Заместитель генерального прокурора. Которые это дело контролировали. Когда я ушел, 4 раза его поновляли. 4 прокурора, 3. Проверяли все от первого до последнего. Искали. Ничего не нашли. Закрыли. И теперь... Кто-то, что, да, ему предъявляют там, да я не касаюсь этого дела, пусть его судят, но не привязывайте меня к этой взятке, потому что ее не было, как и других. Все правильно. Спасибо. В общем, дорогие зрители, студия пока будет это, так что мы новую студию назовем. Пока нет, можно заработать. Давайте вернемся к этой нашей... Опять стану генеральным с первой взятки, значит, на студию перечислю и 80%. Спасибо. Будем жить этой надеждой. Значит, не скоро. Я хотел бы все-таки вернуться к этой дискуссии. У нас осталось тут немного. Я хочу, чтобы мы по кругу еще прошлись. Так, у каждого есть свои размышления, реплики. Олег Иванович или Андрей Алексеевич, как вы? Ну, давайте, да. Первое. А потом вы завершите. Во время войны элиты снимать, менять нельзя. Ну, это закон. Но... С нынешней элитой победить в войне невозможно, о чем, в принципе, все коллеги об этом сказали. Второе. Андрей Васильевич, я хочу поддержать в том, что создать какой-то общественный совет или какой-то консультативный орган, вот как действует у наших стратегических партнеров. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки. У них есть такая организация, общественная организация, она в переводе называется «Военная книга». Это что такое? Собирается бывший генеральный прокурор, бывший контрразведчик, бывший министр соцполитики, политолог, бывший директор института, которые не облачены никакими функциями, они имеют знания, имеют опыт. Тот опыт, который уже сердце болит, потому что это действительно. И начинает вырабатывать... мысли, то есть вырабатывают, как правительство должно поступить в какой ситуации. То же самое вот по ядерному сдерживанию. Роберт Макнамара, вот он создатель вот этого системы ядерного сдерживания. И как он к этому пришел, но при этом он приглашал генералов, которые и физиков, которые создавали ядерную бомбу, и думали, как это все сделать. Он не сам к этому пришел, он спросил у людей, которые понимают всю физику процесса. А у нас получается всех, те люди, которые облачены административными функциями, естественно, с учетом политической целесообразности, они говорить ничего не будут против власти, потому что как только скажешь, тебя сразу же проголосовали, и ты уже становишься никем. Органы «Единые новины», мы уже сказали, как оно идет, что в «Единых новинах», а трезвые мысли изнутри, потому что мы же ведем-то справедливую войну. Ну, господа, мы же справедливо освободительную войну. Типа главпура хорошего у нас это в армии. Это не главпур. Не, ну хотя бы в армии. А, хотя бы. Ну, при Министерстве обороны. Да, это войсково-политическое... Главное управление, как там, я говорю про государственную. То есть, генерал армии Епишев. Вот создали, то есть в тупик, политический тупик.
Значит, высшее политическое руководство спрашивает, что делать? Спросили союз юристов, вот все спросили, приносят решение. На листике, на одном листике. И там решение. Раз, два, три, четыре. Все. Так же самое Андрей Васильевич. Он сказал, раз, два, три, да. четыре. И тогда уже политики принимают. Правильно. Мне правильно. Кажется, мы же об этом и говорим. У нас проваливается политическая система. Она не дотягивает до уровня, масштаба вызовов и задач в этой войне. Андрей Алексеевич. Знаете, мы казали про суспільний консенсус і суспільний договір. Поки немає нового, потрібно діяти так, як написано в старому. А старий договір, він написаний в Конституції України. Конституція України, вона, знаєте, нам зараз буквально волає всім, що що ви зробили? Як ви могли зробити так, щоб всі державні інституції, які прописані в Конституції, які мають свою суб'єктність, зникли. Да. Да. Коли президент України заявляє, що цією країною керую я і 5-6 менеджерів, я тут же хапаю за Конституцію, починаю шукати це чарівне слово «менеджер». І там його нема. Більше того, він жодного разу не озвучив список цих менеджерів. І воно не українське слово. Воно не українське слово. Більше того, немає, які в них повноваження, яка в них конституційна відповідальність. Тобто ми маємо справу, вибачте, з якимось незрозумілим явищем, типу хунти, який, маючи в конституцію, фактично управляє паралельно країною реально. Кабінет міністрів України, який сформований Верховною Радою по конституції, не приходить в Верховну Раду 2 роки і не звітує. Звільнення і призначення міністрів відбувається не Верховною Радою і ініціатива звідти, а зовсім з інших кабінетів. Перемовини міністр закордонних справ з міністром закордонних справ Угорщини не веде, він присутній при цих перевірках, а сидить якийсь незрозумілий суб'єкт і з ним сіярто розмовляє, а не з нашим міністром закордонних справ. Сьогодні 5 міністрів відсутні. Тобто Кабмін уже в умовах війни уже відсутніх 5. Ну, Кубраков і Сольський, да? Плюс Кубраков, Сольський, до цього ще 3. Уже 5 відсутніх. Це багато. І що з ними буде? Міністерства то об'єднують, то роз'єднують. І так далі. Тобто, ми на сьогоднішній день абсолютно маємо деінституалізацію української влади, її персоніфікацію, і створення якихось тіньових структур, які від імені державних інституцій, реальних конституційних, реально управляють країною. І ця система абсолютно неефективна. Вона не відповідає Конституції раз, і вона не відповідає тим вимогам і викликам, які на сьогоднішній день є. До чого ми дожились? Є Верховний Головнокомандуючий Президент, є Головнокомандуючий Збройними Силами. Коли шановний Михайлович каже, що не можна міняти керівництво, то це ж стосується і воєнного керівництва, по ідеї. Якщо воно не провалило свою роботу, і воно, в принципі, нормально веде війну, його звільняють, а коли питають президента, а чого ти його звільнив, він каже, а я вам не скажу. Це як? Ну якщо ти не... Да, в тебе по Конституції є право поміняти главком. Питання. Ну у народу є право, вибачте, поміняти Верховного Головнокомандуючого. Ну, хоча б Верховну Раду. Ні, почекайте. Ми говоримо про воєнне керівництво. Дивись, знаєш, що я подумав, Андрій? Дивись, секундочку. Він написав, що за хворобою, да? Звільнив. За станом здоров'я. За станом здоров'я. Завтра Залужний піде на ВКК якесь, і його визнають здоровим, і це звільнення незаконне. В Британії. Стоп. Михайлович, тут дві речі, давайте ми... Його визнають здоровим, і все. Тут давайте розділимо дві речі. Його звільнили з посади главкома, а зараз звільнили з армії. Так я ж і кажу. Його з головкома звільнили, просто звільнили, без пояснення причин, а з армії звільнили за станом здоров'я. Тому що зараз війна, як можна звільнити людину? Тільки за станом здоров'я. Він піде в суд і скаже, я здоровий, його зроблять ВКК, судову медичну експертизу, визнають його здоровим, його поновлять на головкомі. Так я до чого веду? Ми кажемо, що треба зробити. Да. Якщо ми хочемо перемогти в війні, да. Ми повинні... бути інституційно сильними. Ми повинні відновити систему, конституційну систему влади в Україні. Як це зробити?
Варіантів два. Або президент збирає керівників політичних сил і формує те, що ми говоримо. Кабінет національний. Я не втручаюсь в діяльність уряду, і більше телефони туди не дзвонять, і ніяких кураторів, ефективних менеджерів більше немає. Хай Кабмін відповідає. Воєнно-політичний кабінет, да? Є головнокомандування Збройних сил, я їх збираю в РНБО на ставку, ми обговорюємо питання, приймаємо рішення, це моя функція. Зовнішня політика – це моя функція. Місцеве самоврядування – ваша функція. Мобілізація – єдина система у нас є, всі разом працюємо. І таким чином ми залучаємо все суспільство для того, щоб вести війну. Це варіант. Відновлюємо суспільний договір. Для цього треба бути не на словах, а на ділі Черчилля. І варіант другий. Якщо Черчилля не виходить, то тоді ми знову згадуємо про Конституцію. У мене просте питання. Так, президент легітимний після 21 травня. Ну, чому не проходять вибори? Хто дозволив не проводити вибори президента? Я хочу нагадати, що у нас стаття 38, право обирати бути і обраним, це стаття, яка визначає наше конституційне право обирати і бути обраним. 64 стаття Конституції гласить, що конституційні права і свободи людини-громадянина не можуть бути обмежені, увага, крім випадків, встановлених Конституцією. Конституцією. Не законом. Не законом. А в Конституції містить одне єдине обмеження. 83 стаття, частина 5, яка стосується Верховної Ради. І там написано, що в разі, якщо повноваження Верховної Ради закінчуються під час надзвичайного або воєнного стану, вони продовжуються до обрання Верховної Ради після закінчення воєнного чи надзвичайного стану. Обмеження? Обмеження. Конституційне? Закон. Покажіть мені в Конституції обмеження вибирати і бути обраним стосовно органів місцевого самоврядування і президента України. Їх нема. А інших виходів немає, окрім, ну, це ж складно. Секундочку. І так, Конституція не містить цих обмежень. Конституційний суд. Ці обмеження містяться в законі про воєнний стан. Чому ніхто із політичних сил не звернувся в Конституційний суд за роз'ясненнями, чи хай пояснюють, як таке може бути? Тому що ЦВК каже, виборів нема, бо в законі написано, але норми Конституції це норм, мають пряму дію. Це питає. Вони гарантують. Андрій, я давно казав, що тільки Конституційний суд... Ну, давайте. Тому я хочу сказати. Зараз ви тоді продовжите. Правда повинна заключатись в чому. Або президент повинен сам зрозуміти, що він не тягне, а це реально, це ж всі бачать. Тому що та кількість проблем, яка в нашій країні є, говорить про те, що ти сам повинен зрозуміти, що ти тебе завалюють ці проблеми, ти не можеш витягнути, фізично не можеш. Ти повинен розділити повноваження і відповідальність, створити відповідні органи, і хай вони працюють. Разом з усіма. Разом з усіма. І я впевнений, що суспільство наше витягне ці всі речі. Або якщо ти впираєшся, я і мої менеджери, і ти ведеш країну до катастрофи, тоді давайте ми поговоримо про вибори. Я іншого варіанту не бачу. Тому що якщо ти вважаєш, що ти цар і Бог, я так не вважаю. А перезагрузити команду можна? Ну, яка команда? Ну, на одного ефективного менеджера ви візьмете іншого ефективного менеджера. Система та ж сама. Ну, вона, наприклад, неефективна. Не піарщика, а ідеолога, от Андрій Васильович. Ідеолог. Я вам скажу, дивіться, ви ж ставите задачу перед своєю командою. Так. Якщо ви ставите перед цим менеджером неконституційну задачу контролювати правоохоронні органи, то навіть якщо ви поміняєте одного на іншого, а він буде те ж саме робити, то це тільки буде відрізнятися. Той більш ефективно антиконституційну діяльність проводить, чи менше? Ну, генерала-то він поміняв. Кому? І, ну, Сирський хороший генерал. Сирський? Професійний генерал. Генерал Сирський, да. Поміняний, він професійний. І це говорить лише про одне. Що поміняли, власне кажучи, не тому, що хтось поганий, хтось хороший. Це була рівнозначна заміна, яка викликана виключно політичними причинами, про які президент говорити не хоче. Ну, я по прецеденту. Про прецедент. Ну, а якщо завтра Сирського звинуватить в тому, що армія відступає, і зроблять його, вибачте, козлом відпущення, приведуть, які скажуть, да ми зараз всіх остановимо, там ми там цей Сирський, він устарів, старе лицо, ми зараз молодого, зеленого, нашого, героя какого-нибудь двину. Из прошлого времени. Нет. И что дальше будет? И знову все кажут, ну да, президент має право поменять, все нормально. Андрей Алексеевич, спасибо. Вы тогда два слова уже, буквально. Да. И Андрей Васильевич завершает. А я вот сижу все же таки, я же знаю, это прокурорская жилка, никуда не денешь. Ну и что скажет председатель Союза юристов Украины? Да, сейчас скажу. Да.
А що я подумав? От чому звільнили. Я не Залужного по статті, що за станом здоров'я, знаєте чого? Він не написав заяву про звільнення. Він а я думав, він написав заяву. І в указі буде написано за власним бажанням і переходом на іншу роботу. Це про звільнення з главкома. Так. Да. Розумієш? А теж не було там. Там за станом здоров'я. Це значить, що він не написав заяву. Ну, це їх справи. Адміністрації, там офісу, Залужного, між президентом, да, і Залужним. І у нас 5 минут. І у нас 5 минут. Да. Хочу сказати, що, опять же, коротко. Андрій Васильович. Да, с Андрій, і мені минуту. Що треба робити коаліційне правительство, на мій взгляд, і треба призивати на службу всі верстви населення, всіх політиків, всіх юристів, всіх спеціалістів, ракетчиків, україністів. І уклоністів. І уклоністів. Треба мобілізувати суспільство. Все, крапка. Мобілізувати політиків і мобілізувати суспільство. А тоді вже можна... Можна репліку. Краще, да, да, репліку. Мордехай Ход, главком ВВС Ізраїля, 67-й рік. Прес-конференція через 3 години після початку шестиденної війни. Доповідає, що ми планували протягом 2 годин знищити ВВС Ізраїль, ВВС Єгипта, Сирії, Йорданії. Значить, ми знищили їх за 45 хвилин. Понесли такі-то втрати. Зараз уточнюємо. І тут до нього підходить, значить, і тихенько ми на ухо щось каже. Він каже, тільки що доповіли, ще один літак збито. Наш. От, і продовжує. Закінчує, і журналісти питають. Ну, ви нам доповіли, хто там. І от вам сказали, що збитий літак. Ви знаєте ім'я пілота? Да. Да, кажу, це мій син. Да. От тому вони перемагали. Але тому що брат Йонатана, нинішнього прем'єра Бенджаміна Нетаньяху, Йонатан Нетаньяху, да, Йонат, загинув. Керував операцією в Ентебе. Він з Америки приїхав, да, поступив на службу, да, спец... і був командиром спецзагону. Він єдиний загинув, да, коли ізраїльський спецназ звільняв заручників. Тому то Ізраїль не переможний, вони всі воюють. Андрій Васильович. Ну, раз уж ми сьогодні о мобілізації, то я теж, да, завершати буду об этом. Я почну з самого, ну, популярного. Ну, не мобілізація, в широкому смислі слова. В широкому, да, смислі, так. Да. Я почну, наверное, з самого ключового, навіть сакрального – довір'я. Кстати, Фукуяма, когда писал о кризисе американского государства, он подал тему доверия в самом широком смысле. Государство, общество. Вот почему мы теряем доверие? Потому что и раньше такое было характерно для нашей политической жизни, государственной жизни. Но в годы войны это особенно проявилось. Оказалось, что государство, а точнее те, кто ее распоряжаются, и не собираются культивировать доверие в обществе, а собираются культивировать подчинение. Символом такого культивирования стало, например, я этот термин начал использовать с осени 23-го года, бэбификация. Вы заметили, ну, символ в качестве примера, да, известный телеграм-канал, после ракетных атак пишет, всем писать и спать. В чем проявляется бэбификация? Не только в этих унизительных репликах, но еще и в том, что к нам, ко всем относятся так, как к каким-то нерадивым, неграмотным людям. Вы не понимаете, вы не знаете, вы не владеете. Да. Подчинитесь, послушайте и ходите во фронт. А в чем это практически выражается? Ну, я уж не говорю о том, что медиа умерла, да, только марафон. Но ведь практически отсутствуют механизмы нормальной гражданско-политической жизни в условиях войны. Это убивает Украину. И это порождает то, что известно как раз и то, что сейчас на слуху, автократия и авторитаризм. Чем опасны автократия и авторитаризм? Я категорически не согласен с тем, что в условиях войны должен быть там лидер, вождь и так далее. Единоначалие в администрировании, да, но в демократическом обществе коллегиальность. Даже, казалось бы, в самых таких заскорузлых системах культивируется коллегиальность, потому что это что? Это профи, это возможность выработки. Ставка верховного главнокомандования. Вы хотите сказать, что даже у Пиночета была хунта? Даже у Пиночета. Я хочу подвести к тому, что как раз автократизация и авторитаризация в условиях войны приводит к уменьшению общества. Почему? Потому что все или белые, или черные, или за, или против. Недоверию и рассыпанию. Вот это рассыпание, которое проявляется во всем. В бегстве от армии, в бегстве через ТИСУ, в прятании, в миграции, в тихом протесте. А сейчас, вы заметили, уже появился народный фольклор антигосударственный. И это самый большой признак, что мы начинаем вот это болеть внутренней болезнью. Я веду к тому, что начать должны политики. Я считаю, что это важный, и это тот самый правильный путь нормальной мобилизации в демократическое общество, которое нам нужно пройти. Теперь, к сожалению, очень запоздало, что за 2 года порождено куча недоверия, критики,
хейта, ну и, извините, даже дискредитация некоторых персон. 2,5. У нас еще есть шанс это наверстать, но он очень маленький, считанные месяцы. Можно на этом подвести итог. Я бы очень кратенько подвел черту. Войны выигрываются не только армией. Они выигрываются политическими системами, государственным устройством, соотношением или взаимодействием общества и государства. Маленький пример. Первая мировая война. Все империи проиграли. Все империи были разрушены. Австро-Венгрия, Российская империя, Романовых. Второй рейх Вильгельма. И Оттаманская. Оттаманская, да. Ну, оттаманы не так воевали, но тем не менее, да. Выиграли кто? Страны Антанты. Это конституционные либо монархии, либо демократические, республиканские устройства. Вторая мировая война. Да, Советский Союз вынес основную ношу, но лидерство тоже было. Так, и партийная политическая система мобилизационного характера, она тоже способствовала тому, чтобы мобилизовать общество на эту войну, священная война, так далее, и так далее. Но с другой стороны, антигитлеровская коалиция, это демократический государство. Кстати говоря, Андрей Васильевич, можно спорить, лидерство, коллегиальность или вождь коллегиальность, но всегда должен быть лидером. Рузвельт, так Черчилль. Лидера не назначают. Черчилль. Он своей статью и позицией. Можно быть просто избранным, выбранным, а можно быть избранным. То, что лидерши. Так, да, Сталин, но это система другая. Так, но тем не менее, все войны выигрывали лидеры. Успешные войны вели лидеры, потому что это сила примера, это руководство, это подбор полководцев. Так что надо нам это тоже понять, что не все не выигрывается только армией, только ресурсом, только снарядами. Потому что есть еще оргоружие. Снаряды – смысл. Смысл – это уже снаряд, который может тебя разоружить, либо вооружить. Ты можешь быть мобилизованный на фронт, но ты можешь быть разоружен, если у тебя нет мотивации и понимания смысла твоей военной задачи, твоей военной профессии. Почему ты мобилизован и почему ты должен идти в атаку, и почему ты должен побеждать. Потому что, как правильно нас всегда учил Олег Иванович Сталин, задача солдата – побеждать. Солдат должен побеждать, а не погибать. Я всем благодарю за эту непростую, но очень правильно, с моей точки зрения, в силу вот и особенностей момента сегодняшнего, так и по содержательности эту беседу. Я напомню кратко, кто сегодня участвовал в нашей дискуссии. Начнем с вас. Да, спасибо. Рижский генеральный прокурор Украины Святослав Михайлович Пискун, министр социальной политики и политик Андрей Алексеевич Рева, Олег Иванович Стариков, военный эксперт, полковник военной контрразведки СБУ и экс-директор Национального института стратегических исследований, он же и советник президента в свое время, Андрей Васильевич Епанов. Всем боевого настроения. Спасибо. Выстоим, победим, но нужно искать ресурсы не только в виде вооружений, в виде снарядов, ракет, самолетов, но и большие резервы находятся еще в области то, что называется общественного сознания, дух, идеология. Ну, в общем, до следующей пятницы. Черный лебедь Вадима Карасева. Теперь можно уже одеть темные очки. Можно где-то и розовые очки одеть. И пойти дальше заниматься нашей работой. Благодарю всех, кто смотрел. И благодарю участников сегодняшней дискуссии на ток-шоу «Черный лебедь» Вадима Карасева. До следующей пятницы, как всегда, в это время.